Всем привет! Сегодня я хотел бы вместе с вами распечатать станочек многофункциональный. Станок у нас подходит для заточки различных типов ножниц и ножей. Угол и ширина заточки регулируются для заточки ножей, рубанков и стамесок. Регулируемый держатель есть сверел. Сверла на этом станке можно заточить от 2 до 10 мм. Заточка производится алмазным диском, что позволяет производить высококачественную заточку. Давайте посмотрим характеристики данного станка. Мощность станочка идет 100 Вт. Число оборотов на холостом ходу у данного станка 6700. Так, заточка зубил и лезвий шириной от 6 до 51 мм. Диаметр круга, который установлен на данном станке, идет 49 мм. Также у данной модели станка идет 3 модуля заточки. Это сверла, плюс ножницы, плюс ножи, зубило и лезвие. Давайте попробуем этот станочек распечатать и посмотреть, как он выглядит на самом деле. Также обратите внимание, что штурм, девиз у электроинструмента штурм, нас рекомендуют друзьям. Вот такой вот станок. Вес станка 1,8 кг. Станочки, ну вообще весь электроинструмент у штурма идет также заводской пломбой. Мы сейчас ее вместе с вами вскроем и посмотрим, что за фантастический станочек у нас у штурма. Пользуется, кстати, спросом очень хорошо. Цена на сегодняшний день 1700 рублей. В комплекте идет руководство пользователя. Руководство пользователя идет на русском языке. Также идет схема. Схема полностью в разобранном виде станок. Сервисные мастерские у штурма по всей России есть. С обслуживанием этого инструмента, я думаю, проблем у вас не возникнет, даже после гарантии. Давайте посмотрим, так, что у нас входит в комплектацию данного станка. Это идет у нас вот такая вот насадочка. Насадочка идет, это у нас для заточки сверел из быстрорежущей стали. Вот она вот так вот, в таком вот исполнении. Этот угол регулируется. Вот такая вот насадочка. Вот ее здесь я поставлю. Вот так вот. Так, потом у нас идет насадка для заточки ножниц и ножей. Вот обратите внимание, вот такая вот насадочка идет. Вот эта вот плоскость идет под углом. При заточке ножниц и ножей ничего регулировать не нужно. Также вот идет сам станочек. Гарантия на данную модель станка 14 месяцев. Продали таких станков уже больше сотни. Люди пользуются, всем все нравится. Приходят по советам своих друзей, приобретают такой станок. Говорят, что свою функцию он выполняет. Насадка третья установлена на самом станке. Насадка это для заточки стамесок и лезвий. То есть насадочка у нас регулируется. Также угол заточки регулируется. Станок у вас не включится, пока не будет вставлена одна из насадок на этот станочек, так как здесь идет предохранитель. Вот такой вот диск алмазный установлен на станке. Такой вот ширины диски у нас в наличии такие есть. Цена такого диска на сегодняшний день 150 рублей. Давайте попробуем его включить. Работает станок не шумно, можно спокойно установить его где-нибудь у себя в столярочке, либо на кухне. Я думаю, что ни окружающих, ни соседей такой станок не потревожит. Включаем, станок не включается. Ставим насадку до щелчка. Теперь можно запустить станок. Вот так вот работает этот станочек.
Насадочки у станка можно хранить, одев их полностью на сам станок. Вот в таком состоянии станочек будет у вас храниться. Есть отверстия для крепления этого станка стационарно. 4 отверстия. Я думаю, их видно. Так что если вы еще в раздумьях, какой станок вам взять для дома, для заточки данного инструмента, я рекомендую присмотреться к этой модели. Модель идет у нас Штурм BG601. А нет, BG6010S. Всем рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хорошего дня, удачи. Всего хорошего.